1 июля 2015 года Рустаму Миниханову презентуют проект реставрации здания бывшей Шамовской больницы в Казани. Это здание является объектом культурного наследия Республики Татарстан и охраняется законом. Больница была построена в 1910 году. Начиная с середины 20 века, там располагалась первая городская клиническая больница Казанского медуниверситета. Инвестором реставрации выступила турецкая компания. После ремонта здание бывшей больницы превратится в отель. Рустам Миниханов также смотрел площадь Тукая. Здесь лидер республики ознакомился с проектом застройки улиц Бутлерова-Некрасова. По планам инвесторов, холм с памятником Мулануру Вахитову останется нетронутым, но планируется масштабная застройка со стороны улицы Бутлерова.